фильм скоро выйдет, потому что сегодня вечером я записываю. Она будет называться «Больше, чем друг». Я думаю, что многие девушки увидят, может, какую-то свою историю в этой песне. Она не грустная, она достаточно такая, даже танцевальная. Но смысл там такой, что люди вроде вместе, а вроде нет. Вот много непоняток, много вопросов, но у них есть друг друга чувства. Но, короче, надо послушать. Я сегодня обязательно... Ни в коем случае не хочу жаловаться, но настолько много дел, ребят, что моя голова скоро просто лопнет. Потому что я не знаю уже, за что браться. У меня, ну, работа, маленький ребенок, с которым я одна тут, который очень активный и требует внимания. У меня очень много сейчас работы. У меня подготовка к дню рождения, подготовка к вылету. У меня подготовка к выступлению, у меня запись песни. У меня еще вещи... ВБшка, в общем, очень-очень-очень все плотно забито, и все это делаем вдвоем с Давидом, по почтам, по всем, потеряли посылку, ездили сегодня утром за город ее забирать, в общем, ну, подустала чуть-чуть, скажу так. Сейчас выезжаем к моей маме, она вернулась, она была в Ростове, вот, и я сегодня поеду на студию, а Давидик побудет с ней.